Здравствуйте, дорогие друзья! На сегодняшний день мы делаем видеообзор на вот такой жилет для животного, для собачки под кодовым номером 14558. Данный товар мы приобрели через интернет-магазин «Шиншилка» и вам рекомендуем к просмотру. Это жилет для животного, для собачки компании Pet Fashion. Сейчас мы с вами его откроем, посмотрим, какой он внутри. Вот такая упаковочка у него. Открываем и достаем жилет. Упаковочка очень удобная в дальнейшем для того, чтобы хранить данный жилет в шкафу. Специальная дырочка здесь есть для вешалки. Вот такая вешалочка. Если постирали изделия, тоже удобно потом вывешивать для просушки. У нас жилет размера XS на маленькую собачку весом примерно 1,5 килограмма. Вот таким образом выглядит. Красивого нежно-розового цвета с такими небольшими блесточками. Внутри на очень мягком плюше. Имеет вышивку красивую с лапкой. Специальные подтяжечки под задние лапки, которые одеваются для того, чтобы этот жилет не сползал. Жилет Бонжур. Чем удобен? Тем, что он двухсторонний. Его можно носить и плюшевой стороной наружу. Тогда получается вот такой красивый комплектик с розовой лапочкой на спине. И точно так же можно в непогоду, если влажно, моросит небольшой дождик, допустим, или мокрый снег, то можно вот так одевать плащевочкой наверх, тогда для животного более приятная фактура внутри. Плюшевая к телу, теплая, мягкая. Мы приобрели данное изделие для чего? От ветра, от непогоды, в холодное время суток. И потому что у нашего животного не очень высокие лапки. Здесь очень удобно впереди сделана под лапочки выемка. Сейчас мы примерим данный жилет, снимем этикеточку. Вот она на изделии находится. Уберем ее, чтобы она нам не мешала, не дискомфортила животное. И примерим, собственно, изделие на нашу собачку. Посмотрим, как оно сидит. Напомню, что примерно 1,5 килограмма вес животного, чтобы вы могли и для себя тоже составить общее впечатление. Размер XS. Вот такое у нас маленькое животное. Очень любит наряды и костюмчики. Сейчас мы его представим собачке и на собачку примерим. Вот так мы его одеваем. Лапочку одну, лапочку другую. Вот так. Задние ножки. Наше животное наряжаться любит. Терпеливо к этому относится. Вот наш хвостик. Вот таким образом посадили на животное. Сзади есть очень удобная выемка для поводочка. И вот здесь есть фиксатор-кнопочка для того, чтобы можно было капюшончик удобно разместить. И он не западал на животное, потому что некоторые животные... Сейчас я кнопочки застегиваю. Некоторые животные не любят, когда капюшоны падают на ушки. Животное дискомфортится тогда, нервничает и не очень довольна, не очень с удовольствием носит изделие. Вот так замечательно жилет сидит на собачке. Посмотрим со всех сторон. Очень по размеру, очень красиво набрано. Вот здесь такие есть простроченные резиночки красивые. Вот так на попочке хвостик. То, что я говорила, специальные мягкие плюшевые такие лямочки для того, чтобы жилет не полз на спинку. Очень удобная, хорошая длина, хорошая конфигурация. Вот так впереди под шейкой, на лапочках выглядит. И можно отцепить кнопочку, посмотреть, как будет с капюшончиком выглядит. Вот я расщелкиваю кнопочку. И мы с вами посмотрим, как это изделие на собачке выглядит, когда одет капюшончик. Ну, примерно приблизительно вот таким образом выглядит животное в капюшоне. Однозначно это изделие собачке нравится, ей в нем удобно, тепленько, не продувается. И в холода, и в непогоду ваше животное будет в таком прекрасном костюмчике. Очень нарядное, довольное, эффектное на прогулке.
будет радовать вас и радовать прохожих, которые идут вам навстречу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Приобретайте товары на сайте магазина «Шиншилка», интернет-магазина. Будете всегда иметь хорошую цену, дешевле, чем в обычной торговой сети. Напомню, мы с вами смотрели товар под кодовым номером 14558. Это жилет, называется «Бонжур», размер XS, цвет пудра, для животных, собачек, мелких пород от компании «Pet Fashion».